вами мальчик-чародей Антон Чалей. Вконтакте у меня уже как минимум 10 сообщений с одной и той же тематикой. Антон, где ролики? Антон, ты заболел? По-настоящему я просто уехал из страны. Нет, меня не преследовало ФСБ и ЦРУ. Я просто так решил и уехал. Это был очень долгий путь. Чтобы добраться с Полоцка до Сочи, мне пришлось проехать 2000 километров. Точнее, даже больше 2000 километров. В этой поездке я выживал как мог, питался шаурмой и ночевал в придорожных гостиницах. Но как город мне, честно, Сочи не очень понравился, потому что ездить на машине по горам — это сущий ад. Средняя скорость езды по серпантинам, которые возле Сочи, равняется около 30-40 км в час. Рядом, конечно, есть море, и это очень радует. А еще там есть прикольные пальмы. Пальмы — это вообще четко. Но люди почему-то не очень дружелюбные, все друг другу бибикают. Очень много бибикают, прям все друг другу сигналят. Дороги очень узкие и гористые, а поток машин очень большой. Я уже думал, что это полный капец, проехать 2000 километров ради гор и бибикающих заниженных приор — это полное разочарование. Но в это время мне подвернулись очень хорошие предложения о работе в Краснодаре. Но я же фокусник. И вот в Краснодаре мне очень понравилось. Очень красивый город, много торговых центров, люди очень приветливые, а население города больше миллиона. Краснодар от Сочи примерно в 300 километрах, и он тоже очень теплый. И зима не такая суровая, как у нас на севере Белоруссии. Да и выступления на праздниках уже есть. Уже несколько было выступлений с иллюзионным шоу. Впечатления от Краснодара очень хорошие. Но пока что в квартире, которую я снял, нет интернета. Прикиньте, 21 век на дворе. Нужно немного подождать. Даже этот ролик довольно сложно скинуть в интернет, потому что у меня просто нет интернета. Но я как-нибудь постараюсь, я же все-таки фокусник. Если кто-то из моих подписчиков есть в Краснодаре, тогда пишите в комментариях или ВКонтакте мне. Всем пока, буду держать вас в курсе всех событий.